С вами друзья и гости канала, и многие из вас спрашивают меня: Макс, скажи, пожалуйста, жилой комплекс Моравия, почему ты не снимаешь? Ну, во-первых, это не жилой комплекс, это апартаментный комплекс. И здесь, в принципе, по Моравии, знаете, много ходит слухов, много чего там пишут. Ну, знаете, мы с вами привыкли, что у нас много чего пишут, но это не значит, что это правда. И здесь, да, на месте бывшего санатория выросли такие огромные просто домища, огромные дома. И по большому счету здесь ценовая политика такая. Большие квартиры можно купить по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, а если мы с вами берем квартиры, которые 31, которые все в основном стараются здесь взять, да, то, конечно же, ценник на них уже 155 тысяч рублей за квадрат. Не самый выгодный, не самый гуманный. Компания-подрядчик у нас надежная. И, конечно же, заказчик тоже надежный. Да? Много чего они построили. И на самом деле они молодцы. Не могу я сегодня попасть. Сегодня в отделе продаж никого нет. Поэтому приходится вот так вот ходить непонятно как. Что касается здесь парковки. Конечно, с парковкой будут определенные проблемы. Даже сейчас, видите, там поставили у нас автомобили, и разъехаться никто никак не может. Да? Проехать здесь просто невозможно. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим, что же здесь вокруг творится. Посмотрим, что из себя будет представлять апартаментный комплекс. Ну, так скажу, место вот по 155 тысяч рублей за квадратный метр. За 33 квадрата это нужно быть, ну, не знаю, садомазохистом, чтобы приобрести. Почему? Да потому что можно чуть подальше подняться, и там есть апартаментный, жилой комплекс, который называется «Усадьба», и можно купить гораздо дешевле уже даже с ремонтом. Здесь все-таки стройка, есть определенные минусы, есть определенные риски, ну и есть определенные плюсы. Вы сейчас можете выбрать для себя оптимальный вариант, вы можете выбрать то, что вам подходит, вы можете выбрать то, к чему у вас лежит душа. По большому счету, да, вот сейчас парень подошел у нас в отдел продаж, мы сейчас к нему тоже зайдем, посмотрим, и вполне возможно, может быть, нас пустят на стройку. Если пустят на строечку, то мы продолжим с вами наш сюжет. Решили меня пройти, это огромный плюс, дали мне каску. Давайте с вами посмотрим, что же есть такого хорошего, есть интересного. И исходя из этого, уже будем смотреть, да, стоит или не стоит покупать. Итак, давайте мы с вами вот так вот развернемся. Понятно, что стройка кипит. И самое печальное, я понимаю, что каска не спасет меня, если даже там какой-то кирпич полетит на голову, да. Ну, да ладно. Если честно, я здесь первый раз, в том плане, что первый раз, не первый раз, да, но строится быстро, кстати, строится реально быстро, и я считаю, что это одна из таких самых таких динамичных строек в Сочи. Опять же, да, хороший заказчик, хороший подрядчик. Исходя из этого, мы можем с вами сделать вывод, что построится он вовремя и сдастся тоже, в свою очередь, вовремя. Не будем подниматься очень высоко по одной простой причине, потому что я не думаю, что там прям вид будет слишком сильно меняться, потому что и так находится на горе. Но планировки, к примеру, на втором этаже мы с вами можем посмотреть. И вам интересно, и мне интересно. Ну, к примеру, вот такой вот небольшой апартамент с бассейном, да, посмотрите, вот это. С бассейном. И видите, уже здесь видно море. Смотрите, огромнейшая территория, очень много домов, высокие, кстати, потолки. Ну, неплохо все сделано. Лично мне пока здесь нравится. Опять же, почему апартаменты? Ответ очень прост, потому что превысили этажность. Если бы сделали, например, четырехэтажные, то здесь был бы квартирник. А так, пока только можно сделать апартаменты. Кстати, неплохие апартаменты. Не ожидал, что они будут такие хорошие. Теперь давайте посмотрим с этой стороны. Здесь у нас небольшой навес. Наверное, все-таки давайте поднимемся этажом выше. Этажом выше мы посмотрим как раз все те планировки, которые вам интересны. Хотя по статистике выкупаются в первую очередь первые этажи, потому что в первых этажах цена идет гораздо дешевле, чем на верхних. Но верхние этажи будут более правильно показывать, потому что там уже все. Там уже начинается у нас типовой этаж. Ну и потихонечку компания. Здравствуйте.
компания ЛК Плюс. Вот, да, уже, видите, здесь уже что-то такое более-менее такое интересное. Кстати, вид, давайте тоже посмотрим. Вид на бассейн. Ну и вид, конечно же, на море. Просто сейчас у нас небо сливается с морем, поэтому не можете прям досконально сказать, что прям все супер и так далее. Опять же, да, есть и в том числе и угловые квартиры. Много чего здесь тоже есть интересного. Ну и, конечно же, цена зависит от этажности. Чем выше этаж, тем дороже ценник. Все, с этим тоже, надеюсь, понятно. Посмотрим с вами еще пару вариантов. Посмотрим еще варианты. Кстати, видите, здесь чистенько, да? Умеешь же правильно некоторые строить? Не то, чем зайдешь, чтобы побывать в жилой комплекс какой-нибудь, там, блин, грязь, просто жесть. А здесь, смотрите, прибирают, подметают. Ну, хорошо, хорошо. Опять же, для тех, кому нужны большие квадратуры, да, чем больше квадратные метры, тем дешевле у нас цена за квадрат. И минимальная цена – это 102 тысячи рублей. Если же мы берем большие квадратуры, то ценник 155. Я это уже вам сказал, но не сказал, но просто вещь, что здесь еще есть рассрочка на один год. Если мы внесем с вами 50%, то можно еще получить рассрочку. Раз в квартал, равными платежами. К примеру, квартира стоит 10 миллионов, 5 миллионов внесли, остальное все разбили на равные платежи. Ну и в целом, вот они, да, эти квартиры, которые самые небольшие, которые пользуются спросом. Ну и большие квартиры, конечно же, они у нас безумно дорого получаются. Опять же, да, кому подойдет данный жилой комплекс? Кому? Для тех людей, которым нужна квартира для отдыха, но которые не боятся гор, косогор. Потому что все-таки не будем забывать, что здесь у нас горы, здесь у нас косогоры. И, например, здравствуйте. И, например, вот я бы, например, ну, не захотел бы, тупо бы, ну, вот здесь, в этом районе жить. Ну, лично я. Опять же, у меня свои тараканы в голове. Сейчас другие приоритеты, да, меня раздражают эти крыши, вот эти домов, да, эти, которые идут с шифера. Я все-таки хочу, чтобы вокруг было что-то такое подобное, да, интересное. Конечно, в Сочи такого мало, но я думаю, за 155 тысяч рублей за квадратный метр уже выбор у нас расширяется, выбор у нас уже имеется. Да, есть квартиры, которые идут во внутреннюю часть двора, да, они, конечно же, у нас дешевле, как раз и они идут гораздо дешевле. Есть ярусы, которые выше, кстати, такие сваи старые, да, мощные, жесть просто. Ну и посмотрите, очень много техники, стройка идет динамично. Надеюсь, теперь вы примерно представляете, да, что же себя представляет данный апартаментный комплекс. Еще раз повторюсь, лично мне он частично понравился. Здесь наверху есть безумно дорогие дома, бассейн, все как положено. Ну и, конечно же, такие домики. Ну, примерно все. По надежности застройщика, да, если мы будем с вами брать от 0 до 10, ребят, обязательно поставим десятку, потому что застройщик по-настоящему надежный. У них есть жилой комплекс, которым они гордятся. Например, тот же самый жилой комплекс Метрополь, который строится. И, например, жилой комплекс Парк Горького, который они построили по-настоящему хорошие, потрясающие, да, по-настоящему хорошие, потрясающие жилые комплексы. И я думаю, что вы видите, да, что здесь будет все то же самое. Точнее, там, если там нарисовано дерево, значит будет дерево. Если нарисована скамеечка, будет стоять скамеечка. Как бы они в этом отношении порядочные. Поэтому я думаю, что этим ребятам доверять можно. Опять же, да, если вдруг, например, вот посмотрите альтернативу, да, альтернативы есть, можно посмотреть. Но опять же, да, для инвестиций, блин, ну мне кажется, уже
Хотя нет, я так часто уже стал ошибаться с такими объектами. Вполне возможно, что ценник здесь будет еще выше. Ну, мне хочется верить, что ценник здесь больше, чем 170 тысяч рублей за квадратный метр не поднимется, потому что, ну, куда ценник еще выше? Тут и так цена у нас уже мега космическая. Я уже задолбался с этими ценами. Обычно этот район никогда в жизни больше 100 тысяч рублей за квадратный метр не стоил. Готовые сданные дома. А это, представляете себе, стройка уже по 155 тысяч рублей за квадратный метр. Жесть просто. Ну, как показывает практика сочинская, цены растут, и в принципе только самый ленивый не зарабатывает на том, чтобы не проинвестировать в Сочи и не поднять там свои деньги. Опять же, да, с точки зрения экономики, ну, даже если 30 тысяч рублей с квадратного метра можно поднять, даже если 50 тысяч рублей, в любом случае там от 20 до 32% все-таки это долгие инвестиции. Если хочется быстрее, да, быстрые инвестиции, нужно что-то другое посмотреть. Другие варианты тоже есть. Но в целом комплекс понравился. Нормально, все хорошо. Я думаю, хороший вариант для тех, кто ищет себе что-то там недорого и сердито. В кавычках недорого и сердито. Тем, кому нравится этот район. Мне, например, этот район не нравится. Меня трясет от этого района, потому что здесь нет тротуаров, ничего здесь не имеется. Но если вдруг кому-то нравится этот район, то я думаю, вам надо присмотреться к данному жилому комплексу. Минусы есть, ну и плюс тоже есть. А в целом каждый сам выбирает, на что им больше делать акцент, на минусы или на плюсы. Но я считаю, что брать можно, потому что надежно, ребята. Все, ребят, пока.